I'm Oleg Shapilenko. I'm tattoo in New York. Мне нравится реализм, я работаю в реализме и хочу именно в нем продолжать работать. Мне нравится много стилей, но для меня самое главное – это добиться успеха в реализме. Конечно, сделать фотореализм. Мне нравятся цветные татуировки, потому что в них я могу использовать очень много оттенков, и это будет не похоже. Даже если взять один исходник, у всех мастеров, кто работает в цветной татуировке, он будет совершенно разный, потому что ну, каждый мастер видит по-своему, и каждый работает по-своему в цветах. Черно-серая татуировка, конечно, тоже мне все нравится, но в ней индивидуальным стать, мне кажется, гораздо сложнее, чем в цветной. Поэтому я выбираю цвет. Лучшие мои работы собраны, наверное, на одном человеке. Это его имя Константин. Он со мной всегда ездит везде. Его грудь, спина, на ногах портреты. То есть, ну, стараемся делать все на одном человеке. Поэтому мне нравится использовать фотографии для моих работ, так как очень давно мне просто понравился фотореализм. Даже когда я увидел просто картины художников, и меня впечатлило то, как они могут, с какой точностью могут передать это на бумаге. Поэтому я хочу это сделать на коже. Если вы хотите сделать у меня татуировку, записаться ко мне несложно. Заходите на мой сайт olegtattoo.ru и пишите через контакты. Мой инстаграм olegtattoo. My name is Oleg Shapilenko. I tattooed in New York. Thank you for checking out my portfolio.